Now the person asks a question. Далее человек спрашивает. What will I get if I believe in this message? А что я получу, если я уверую в это послание? Allah says, then you will see me as Ar-Rahim. Тогда ты увидишь меня как Ар-Рахим, милосердный. First, you got my mercy of Ar-Rahman. Сначала вы увидите меня как Ар-Рахман, милостивый. Now you will see me show my specific mercy to you as a believer. А теперь же вы увидите мое особенное отношение милосердного к вам как уверовавшему. I give my mercy to everybody as Ar-Rahman, but I give extra specific mercy to my believing servants. Милостью своей я одариваю всех, но особенным своим, отдельным милосердием я одариваю только тех, кто уверовал. And that's why Allah says Ar-Rahman Ar-Rahim. И именно поэтому Аллах говорит Ар-Рахман Ар-Рахим, милостивый и милосердный.